комфорта или нет, но желание у нее было, и она общалась с Ириной Александровной, и после такого перерыва летом, который она переключилась на тренерскую работу, снова вернулась в состав, и я ее помню, да, на соревнованиях очень давно, и она всегда отличалась невероятной ловкостью, то, что в команде она нужна. Да, она спасала такие, казалось бы, безысходные броски, которые другие бы команды потеряли. Ну. Да, уникально у нее есть это чувство. Ну а сейчас, что касается групповых упражнений, то вот именно это и надо в команде. Командный дух и работа с предметом, потому что... Не теряется. Элементов тела в групповых упражнениях всего 4 или 5 на выбор постановщиков. Ну, это мизер на 2,5 минуты. Вот. Все остальное это какие-то сотрудничества. Один риск может быть и трудность, не трудность предмета, это называется обмен. Предметом. То есть в теории можно взять команду, у которой есть какие-то базовые навыки в гимнастике, но при этом у нее отличный предмет и слепить групповое. Слепить групповое, да. Но команды высокого уровня, конечно же, обращают внимание абсолютно на все. Это не значит, что выходят и в мячик тут поиграли. Тут, конечно же, должна быть гимнастика. Выступает на данный момент Финляндия. Давайте посмотрим, как эти девочки справятся с 5 мячами. Потому что команда у Финляндии, в принципе, неплохая. И финалы крупных турниров, таких как Кубки мира, финки попадали не раз. Сразу 2 мяча вышли, но если они вышли одновременно, то, насколько я знаю, одинаковые ошибки, они засчитываются один раз по самой серьезной. Тут еще вопрос, были ли они за площадкой или в площадке, в музыке или без музыки. То есть, если без музыки, то не будет так, такая сильная сбавка, но, возможно, у нас еще чуть запаздывает экран. Да, вот так вот мы сегодня комментируем. Да, у нас много эмоций. Оценка России 29,2 балла. Сложность выше 20. При том, что там были ошибки. Ну да.